Воспринимайте людей на основе самого лучшего, что вы увидели в них. Если вы будете воспринимать лучшее вместо худшего, вы будете разжигать, подпитывать и принимать от каждого самое лучшее. То, чему вы уделяете внимание, будет естественным образом расти, по крайней мере для вас. В каждом человеке есть положительная сторона, есть неприятная. Если обращать внимание на неприятную сторону, ваш ум будет охвачен этими гадостями, и все то неприятное, что принадлежит другому, станет вашим, и из-за этого вы начнете воспринимать все больше и больше подобного отовсюду вокруг. Если же обращать внимание на самое лучшее, даже если в ком-то такого почти не найти, если вы уделяете внимание лучшему, оно будет расти, по крайней мере, в вашем уме и в вашем переживании жизни. И есть большой шанс, что оно будет расти и в них тоже. Если ваша жизнь проходит активно, найдется много людей, которые скажут и сделают множество скверных вещей по отношению к вам. Но если обращать на это внимание, вы остановитесь и собьетесь с пути. Если уделять внимание хорошему, а оно может найтись даже в тех, кто без конца извергает яд, то, во-первых, ваш ум никогда не станет неприятным. И с другой стороны, тогда даже для тех людей будет возможность преобразиться. Я проводил программы в тюрьмах как в Индии, так и в США. Я видел преступников, которые совершали в своей жизни ужасные вещи. Но многие из них преобразили себя с помощью простых практик йоги. И самое главное, находясь рядом со мной, они были совершенно замечательными людьми. Вот что вы можете сделать. Вы слышали историю Ангулималы, превратившегося в мудреца. Вы слышали о Вальмике, ставшего великим мудрецом. Таких историй очень много, но лишь немногие из них стали известными. Есть много и других людей, которые трансформировали все безобразное в себе в свою замечательную природу, только из-за того, что кто-то обратил внимание на прекрасное в них. Итак, пожалуйста, кто бы ни встретился вам на пути, все то лучшее, что вы видите в них, придумывать специально ничего не нужно. Все то хорошее, что вы замечаете в них, обращайте внимание на это и держите как планку, до которой им нужно расти, а не концентрируйтесь на всем том неприятном, что в них есть, позволяя им опускаться до самого худшего. Вы можете использовать эту возможность в каждый момент своей жизни. Сделаем так, чтобы это произошло.